17 ноября по всему Кыргызстану пройдут выборы депутатов местных кенешин. Каждый избиратель будет отдавать свой голос по месту постоянной прописки. Ну а для тех граждан, которые не имеют возможности проголосовать по месту постоянной прописки, предусмотрены специальные участки дистанционного голосования, где нужно будет пройти регистрацию до 6 ноября. А как и где это сделать, сейчас мы вам расскажем. Пройти голосование и в дальнейшем отдать свой голос за достойного кандидата вашего аила или города вы сможете в стенах Национального университета, Бишкекского государственного университета, Кыргызской государственной медицинской академии имени Иса Хунбаева. В здании муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Октябрьскому району. Еще одним участком, где граждане могут пройти регистрацию, это детская библиотека имени Касымалы Баялинова. Также участок дистанционного голосования есть в Театре оперы и балета имени Абдуласа Малдыбаева. Еще один участок дистанционного голосования находится в Академии туризма. Ну и, конечно же, для всех избирателей, которые проживают ближе к центру, в Кыргызском государственном университете имени Ишанова Арабаева, также есть избирательный участок, где они могут пройти регистрацию и в дальнейшем проголосовать 17 ноября. Отметим, что все вышеупомянутые участки работают ежедневно без выходных с 9 утра до 6 вечера. Все вышеперечисленные объекты принимают совершеннолетних граждан, которые хотят голосовать на предстоящих выборах. На каждом участке есть ответственные люди, которые помогут обратившимся с регистрацией. Участковая избирательная комиссия работает с 9 часов до 18.00 каждый день без выходных. Все граждане, которые проживают в городе Бишкек, но имеют прописки в регионе, могут прийти к нам и зарегистрироваться. 17 ноября, в день выборов, они должны будут прийти сюда к нам и здесь проголосовать. Сотрудники пунктов, одетые в специальные яркие жилеты для легкой идентификации, оказывают квалифицированную помощь и консультируют граждан по вопросам подачи заявления. Мы каждый день работаем без выходных с 9 до 6 вечера. Граждане, особенно молодежь, активно принимают участие в регистрации. К примеру, сегодня мы зарегистрировали около 20 человек. Кроме этого, каждый гражданин может зарегистрироваться в программе дистанционного голосования самостоятельно. Процесс подачи заявления прост и удобен. Для регистрации необходимо до 6 ноября подать заявление через сайт tizme.gov.kg. Воспользовавшись сервисом «Кабинет избирателя», процедура включает несколько шагов. Это авторизация, заполнение анкеты и подтверждение заявления. Малик Аюпов, Оскар Маратов, ЛТР Бишкек.